В селе Бестубе Алматинской области 14-летняя девочка умерла от взрыва телефона. В полиции говорят, что подросток уснула с включенным смартфоном. Школьница погибла до приезда медиков. Удар током – основная версия смерти, говорят в областном департаменте полиции. Телефон находился близко к голове девочки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили там зарядное устройство, телефон. В итоге по заключению медиков смерть девочки наступила в результате удара током. Смерть от взрыва смартфона в последнее время не редкость. Несколько месяцев назад во время зарядки телефона убила током жителя Шымкента. 23-летний молодой человек погиб, когда вынимал зарядку с розетки. Между тем, в прошлом году из-за любви к гаджетам погибли 4 жителя Шымкента. Из них 2 детей. Зачастую люди пренебрегают правилами зарядки смартфонов, говорит менеджер по продаже мобильных телефонов Айбек Акаев. Это и становится причиной несчастных случаев. На подзарядку гаджет можно ставить максимум на 3 часа. Телефонның зарядкасын негізінде 3 сағатқа дейін артық қоюға болмайды. Пользователи смартфонов, как правило, до сна разряжают телефон полностью и ставят его на зарядку на всю ночь. Через 3 часа телефон перегревается. Это и становится причиной взрывов. В подобных случаях не стоит винить технику, виноваты во всем сами люди.